Итак, мы находимся на танковом полигоне. Там вон, сейчас видно, что они ездят. О, как их хорошо теперь видно. В общем, ребят, я перешел на 30 кадров. Там он, по-моему, кто талибом одет. Если мне зрение не изменяет, это организатор всего этого. Что-то едет. О. Талибы. Thank you.
кого-нибудь все-таки доснимем. Это Крым, здесь везде только русская речь. Это Крым, здесь названия добыльны. Симферополь и Ялта, Севастополь и Керчь. Смерти своей. Потому что с честью генералы сына крепко за рукой держу. А не был мой вес год. И сейчас его в конце глаза вообще посрать. И табличку покажу. Я у фашистов не было вот такого домика. Ой, это фашисты. Давай выходи. Давай. Салам, батя!
Дайте ему пилюля! О! Пушья! А что? Кетчуп? Это кетчуп? Это майонез. Кетчуп? No. Джем. Я забежал! Раз. Реконструктор, в шеренгу становись. Товарищи офицеры, подойдите, пожалуйста, на построение. Так, дорогие ребята, дорогие реконструкторы, дорогие гости, товарищи реконструкторы, у нас по нашей традиции мы проводим наисложнейшие конкурсы для детишек. Сейчас я выберу самых опытных и самых умных детишек, и мы проведем сейчас самый сложный опрос. Девочка, иди сюда. Иди сюда. И вот еще, в зеленых варежках хорошие. Том, ты что творишь? Иди сюда. Анна Александровна, достаньте пакет с кругленькими. Тише. Так, не смотрите, не подглядывайте. Так, вот у нас еще в зеленой куртке. Иди сюда. Все, не надо раскрывать. Итак, самые сложные вопросы, товарищи конструкторы. По какой теме проводилась реконструкция? По сети. Нет, ну война какая была? Боевые действия где? Молодец! Приз ему! Как догадался? Молодец! Похлопайте нашему зрителю! Серафима, кто победил, русский или враг победил? Русский. А как догадалась? Приз! Похлопайте! Кир, маленький Кирочек, скажи, пожалуйста, а танки были на реконструкции? А как они выглядят вообще, танки? Иди выйди. Молодец, приз! Родители, привет вам большой! Кто ты что творишь? И сейчас слово предоставляется нашему уважаемому командующему. Но я уже в очередной раз убеждаюсь в том, что вы настоящие профессионалы своего дела. Реконструкция удалась, а реконструкция к реконструкции у нас все круче и круче получается, и динамичнее, эффективнее. Профессионализм сразу виден каждого стоящего здесь в строю. Хочу выразить большую благодарность вам за то, что вы делаете, за то, что вы показываете. Это в первую очередь и для детей, и для взрослых. Сейчас мы пошутили, да? Нам осталось теперь показать, наверное, ледовое побоище с учетом времен современных. И потихоньку мы все ниже и ниже опускаемся. И я думаю, что мы и к этому придем. Еще раз спасибо. Низкий поклон вам за то, что вы делаете, потому что это важно и необходимо. Именно сейчас, когда у нас идет специальная военная операция. Спасибо. Я, с вашего позволения, начну с награждения. Итак, награждается суперклуб, с которым я принимал участие в нескольких десятках реконструкции. Крылатая пехота, город Фрязино. Спасибо. Клуб «Детишград» Переславль-Залесский. Это Головин, друг наш. Так, об этих людях я хотел бы сказать пару слов, с вашего позволения. Это наши любимые наследники Победы, которые вымотали мне синеру. Давайте, подходите скорее, я пока говорю. Егор. Сергей, Егор, подходите, пожалуйста.
Движок, распоряди, чтоб танк потушили. Так нужно. Там еще действуют наши разведчики, пока вы тут награждаетесь. Итак, наследники победы, город Ковров. Спасибо, Егор. Итак, наши дорогие гости, подольские рабочие, город Москва. Спасибо, Андрей. Спасибо огромное. Авир, Тыловик, дорогие наши, подходите, пожалуйста. Город Москва. Спасибо, Михаил. Спасибо, Андрей. Вик Воин, город Королев. Подходи, дружище. Спасибо за участие, спасибо за приезд. Вик Владимирский полк, город Владимир. Не приехал, Егор? Нет, нет. А еще вас забрали. Юрич Ковалев. Там. Есть такая песня. На пять замков запираю Воронова, вытрубил вместе с замками. Приглашается самый главный наш конокрад Андрей Кивкало, который у меня коня украл. Представляете, украл у меня коня настоящего. И радует. Вот еще, зато мероприятие мы не получили. Хорошо, да, сейчас я секунду. Дорогие офицеры, я прошу вас еще поучаствовать в награждении. У нас просто еще сейчас мы наградим нашими реконструкторскими наградами. Дорогие наши реконструкторы, я хочу отметить наших людей, которые часто принимают участие в наших реконструкциях. Это сейчас вот, мы сейчас посоветуемся с товарищами командирами. Ну, я думаю, нужно наградить кого? Андрей, кого мы хотели наградить? Ну, давайте начнем. Дорогие наши афганцы, вот кто изображает этих духов афганских, вас когда-нибудь награждали чем-нибудь, имеется в виду памятными какими-то идеями? Вот сейчас четвертый женой. Я с Анной Александровной, мы рискнули. И я вам просто расскажу историю. У меня есть друг афганец. Он живет далеко, и он мне однажды подарил перстень, снятый с врага. Ну, еще там, на войне. Ну, за трофея, короче. И мы решили сделать такие подарки. Вот награждается наш друг Кипкало Андрей. Ура! И Аркадий. Потом покажете, похвалитесь. Можете сейчас пройти. Так, убираем. Дорогие наши реконструкторы, награждается реконструкторским орденом Красной Звезды Богатов Алексей. Спасибо. Реконструкторским орденом Красной Звезды. Ну просто он выступает также по РГК и по СА бывает. Вот. Награждается Урван. Никита, иди сюда. Спасибо. Товарищ полковник, вот у нас первый раз человек дебютировал в роли командира. Он отвечал за руководство высокой. С вашего позволения, разрешите его наградить. Награждается Бараков Никита. Непослужащий номер Красной Звезды. У меня память. Никита Юрьевич. Про этого человека ни слов. Он приехал из своей бабухайки. Причем она по-настоящему воевала. Вот. Надо просто без лишнего. Я вот специально снял заранее. Спасибо. И у нас еще есть
там притаился скромненький. Вон он стоит, вот, с которым я по рации все нервы загубил. Иди сюда. А, нет, рация, вон, рация. Пятый, я прием, Чуркин. Чуркин. Он со мной все нервы загубил. Это наш бессменный человек, который вел колонну. Спасибо. Теперь подойдите ко мне, Мостовой, Тубаев и Егор. Дорогие реконструкторы, дорогие гости, дорогие военнослужащие, дорогие офицеры. Вот я прям рассказывал про друга, который мне привез трофеи с полей сражения афганского. С гор сражения. Это мало, я думаю. Вот. И я думал, что же, как же наградить вот моих друзей. Вы все знаете, что у меня есть мой частный музей боевой славы. И у меня там несколько эпох, включая и рыцарство, и есть и по локальным войнам, и по Великой Отечественной войне. Даже по японской войне есть трофеи. В общем, мне человек с Афганистана, его зовут Сергей, он из Владимира, подарил, другой же человек, он подарил мне в 99-м году. Они просто с ребятами встречались и обменивались подарками каждый раз. Вот. Он мне подарил не что иное, а как ихние часы. То есть настоящие часы тех времен, с которыми они при встрече, при вот когда вот есть встреча выпускников, а есть встреча ветеранов. И вот, Егорыч. Извините, ремни сгнили просто. Кто-то стрелял. Я удивлен, они до сих пор идут с 99-го года. Спасибо. Кто здесь? Николай, настроишь стрелки. Часы от ветерана Афганистана. Просто через меня. Прошли и... Мешки в соответствии с реконструкцией купите. Они не стоят 200 рублей. И не простые часы, Сергей, а командирские. Дело в том, что они вот сейчас идут, но просто там надо почистить механизм, с 99-го года просто лежат. Командирские часы Сергея Мостовым. Нас все время наш уважаемый Алексей Львович награждает, поздравляет, дарит подарки, но мы тоже подготовились. Вот. Алексей Львович очень любит определенный подарок. Вот. Он называется торт с грибами. Поэтому мы тоже поздравляем. Спасибо. Спасибо, дорогие. Это самый лучший торт с грибами. Подготовлены на эти мероприятия памятные знаки. Каждое мероприятие я каждому реконструктору вручаю памятные знаки. С вашего разрешения я нашему дорогому комдиву вручу первый знак. Спасибо вам большое за старание, за то, что выслушали нас. Для вас эти наши все шалости, это просто игрушка. Но человек в такое сложное время просто выслушал нас и пошел на нас к речи. Спасибо вам огромное. Давайте крикнем. Спасибо! Спасибо! Я хочу наградить нашего дорогого друга Олега. Олег, это памятный знак. Здесь он сделан таким образом, что можно было его где-нибудь даже прикрепить или даже к форме пришить, имеется в виду, ну, если можно. На самом деле, либо на передней панели автомобиля, ну, как раз вот видите, чтобы не просто дорога лежала. Сейчас я каждый такой знак, Егорыч, помоги мне, пожалуйста, вручить. С вашего позволения, мы пройдемся.
Тоже с грибами пищу. Дорогой, спасибо. Можно прикрепить на приклад. Спасибо за участие. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо вам. Никита, спасибо огромное. Николай, спасибо. Дружище, автомат не сломал? Не потерял рожок? Затвор не выпал? Где приклад? Где шомка? Где один ботинок? Что Спасибо. Главный друг, на тебя вся моя надежда была. Спасибо, Дубай. Чекала, подожрать, спасибо. Андрюха, спасибо. Мне для тебя в бою ничего не жалко было, ты сам это знаешь. Спасибо, дружище, приезжай чаще. Дружище, спасибо за то, что помощь оказал. Спасибо. Спасибо. Алексей, спасибо огромное. Память не знаю. Михаил, рад тебя видеть. Давно не видались. Мы с Михаилом очень много участвовали. Спасибо огромное. И Марычу. Дело в том, что вот клубом, в котором состоит человек, руководит очень замечательный реконструктор. И вообще историк. И представляете, человек занимается и боевыми искусствами. И в то же время ведет настолько активный образ жизни, что ну, просто ну, его найти где-то невозможно в одном месте. Купчивый парень. Спасибо огромное. Спасибо. Дружище, спасибо за приезд. Спасибо. Наши статисты молодцы. Спасибо. Я обещал, я выполняю. С вашего позволения, я бойцам тоже вручу, а уж там решат как все, ладно? Потом выдать или когда. Ребят, не теряйте эту память о вашей службе, о мероприятии, в котором вы приняли участие. Иди, вставай. Иди, иди, тихварь. Парни, дорогие наши, спасибо за ваше терпение. Спасибо за ваши действия. Где остальные? Спасибо огромное. Друзья, я руки вам пожму. Можно варежки не снимать, потому что может быть, это все ерунда. Да, давайте сейчас мы еще донаграждаем. Паник, вы знаете, спасибо вам огромное. Спасибо за поддержку. Нет, ему тоже, мы сейчас вручим. Люди трудились, люди... Артем, ты что творишь? Суворов ты где? Спасибо вам большое, спасибо за терпение, спасибо за заботу. И вот где-то еще был у нас товарищ полковник, который танк его руководил. Давай. Дорогие друзья, я вас всех поздравляю. Да, сейчас Анечка на Владе, Данечка на Владе. Или там что? Раз. Дорогие друзья, я вас всех поздравляю с 23 февраля, с наступающим праздником. Вот. И так как у нас была реконструкция, посвященная Афганистану, давайте почтим память погибшим воинам в Афганистане. Минуты молчания. Непременно победим и в этой войне изгоним фашистов.
и изгоним натовские войска из Европы, и все у нас будет нормально. Дорогие ребята, дорогие реконструкторы, дорогие гости, у кого еще остались расходники, давайте наш памятный зал. Только развернемся в поле, чтобы когда подготовимся. У солдат осталось что-нибудь? Ну хорошо, тогда реконструкторы сейчас осуществят, если что-то там осталось. Давайте минуты готовности и памятный зал в честь погибших, в честь воевавших, защитников нашей Родины, нашего Отечества во все времена. Итак, готовься. Скомандуйте, пожалуйста. Так, внимание. Работаем по команде 333. Готовы? Внимание. 333. Команда разъезжает. Итак, дорогие реконструкторы, на этом наше мероприятие закончено. Реконструкция закончена, награждение закончено. Спасибо вам, дорогие наши. Мы уже сейчас уже со зрителями там интервью и так далее. Там, выходить по своим станкам и скинулировать. Ребята, спасибо вам большое. А боевое братство? Где боевое братство? Не расходимся, братство, иди сюда. Нас из путь из-под ломака накинул на руки каркас из арты башен. Лихорудий последний путь проводит нас из арты башен. Лихорудий последний путь проводит нас. И полетят в телеграммы родных и близких извести, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить.